з дождик льощик крапає, з дому не піти. Вот, чуть-чуть громче. Та природа вмиється. Теперь поймали, грибочек поймали. И грибам рости. И ловим капельки. Крапли, краплиночки, 3, 4, 5. Крапли, краплиночки, буду рахувать. Крапли, краплиночки, 3, 4, 5. Крапли, краплиночки, буду рахувать. Классно, смотри, ни одного облачка. Вон это облачко помогает. Сказка? Сага. Сага о собаке-барабаке. Что случилось? У меня все болит, а сегодня у меня день рождения. Я тебе помогу. Я тебе дам волшебную морковку, и у тебя вырастут такие же уши, как у меня. Спасибо. Пират, иди помогать, пожалуйста, волк. Пожалуйста, не за что. Здрасте. Чем я вам могу помочь? У меня все болит, а сегодня у меня день рождения. Что значит все? Что болит? Глазки у меня маленькие, некрасивые. Сейчас помогу. У меня тут волшебный компас где-то откопался. Он показывает на зверей, которые... О! Сова, подойди. Которому срочно нужна твоя помощь. Я не знаю зачем, но вот, подойди. У-ху! Что с вами, господин волк? У-ху! У меня все болит, а сегодня у меня день рождения. Давайте я помогу вам проблему решить. Я вам дам волшебный орех, и у вас будут такие же глаза, как у меня. Спасибо. Чем еще могу вам помочь? Лапки у меня болят. Лапки. Так. Медведь! Медведь, подойди, пожалуйста. Вот, иди, и сделай... Я не знаю, помоги Богу. Значит, короче, расскажи, что у тебя болит? Чем могу помочь? У меня сегодня день рождения, а сейчас у меня болят лапы. Окей, поздравляю, на. Спасибо. Чем еще, волк, могу тебе помочь? Хвоста у меня нету. Приведу к тебе орангутана. Обезьяна, иди на сцену. Так, что у вас болит? У меня хвоста нету, а сегодня у меня день рождения. Я могу вашу проблему решить. Я вам дам волшебный банан. И у вас вырастет такой же хвост, как у меня. Спасибо. Ну что, волк доволен или еще чем-то помочь? Волк? Летать я не что умею. Что тебе так? Крыльев рога, крылья, что тебе? Крыльев у меня нет, крылья. Летать не умею. Еще захотел. Дракон! Чего ты такой грустный, волк? Летать я не умею, крыльев у меня нету, а сегодня у меня день рождения. Дам я тебе волшебный драконий фрукт. Будут крылья прямо как у меня. Спасибо.
Молодец, дракон. Ну, что тебе там еще? Сейчас надо или доволен? Грива у меня короткая. Гриву, так? Боже, Юрий, иди сюда. Я так говорю, я конь королевской важности. У меня дела как у масла. Я не могу. У меня есть немало больше денег. Выдирать посла с королевского поста. Где же это слыхано, где же это выгодно? Ну, где, раз уж притащили меня сюда, то скажите хотя бы, ради чего такая важная ситуация или среда? Вот, пожалуйста, вот. Спрашиваю. Грива у меня некрасивая, а сегодня у меня день рождения. Ну, ладно, раз уж такое дело, но сено я свое просто так не дам. Сначала отгадай загадку. Что ходит при рождении на четырех ногах, потом на двух ногах, а потом на трех ногах? Что за зверь такой? Друзья, помогите мне, пожалуйста, что это за зверь такой? Ну, это человек. Ну, раз уж отгадала, значит, сено получила. Ну, спасибо. Кстати, на волка ты что-то не очень похожа. Ну, раз уж я королевский посол, то отныне кличу тебя как такого чудодейственного зверя, как собаку-барабаку, и отныне так тебя звать и так тебя кликать. Как звать? Собака-барабака? Да, да. Ну, тогда, ваша дорогие, честь. Тогда, дорогие, спойте об этой собаке-барабаке, чтобы все взрослые узнали, что на самом деле есть такое чудо, животное. Готовы? Да. Да. Вы готовы? Готовы, конечно. Голос хрипкий, я яблочного сока напил. Собака-барабака, не просто так собака. Собака-барабака, істота непроста. Собаки-барабаки, закудлений хвостяка. А ще у барабаки холодні геть вуста. А ще у барабаки холодні геть вуста. Собака-барабака, з туманами балака. Співати барабака залазить на дахи. Собаки-барабаки, якісь на спині знаки. Каляки і маляки, а збоку реп'яхи. Каляки і маляки, а збоку реп'яхи. А очі барабаки, неначе гарбузяки. А ще як у коняки, є грива і сідло. Лиш гроші у собаки. Собаки-барабаки, ніколи і ніяких кишеня не було. Тож коли і ніяких кишеня не було. То хто ж барабака, собака-барабака, хавкака і кусака, співати мандрівець. Він планшу посіпака, цей дивний барабака, трудяга чи гуляка, тюхтіший молодець. Трудяга чи гуляка, тюхтій чи молодець. Він просто барабака, собака-барабака, звичайний барабака, друзяка і плахіт. І мріє барабака, добряга барабака, щоби ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Щоби ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Щоби ніхто не плакав, щоб цілий світ радів. Ура! Браво!
А теперь я хочу спросить у вас, дорогие ребята, благодарим вас, вы огромные молодцы, то, что вы все это придумали. Но вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто лучше поет? Взрослые? Вот все взрослые или дети? Взрослые. У меня такое впечатление, что вы сейчас через 5-10 минут убедитесь в том, что поете лучше вы. Нет. Я вас приглашаю вот сюда, вот вниз, на эту площадочку, повернуться ко мне лицом. Кто хочет, присядет, кто хочет, встанет. Проходите, пожалуйста, проходите, под эти аплодисменты. А вас, дорогие взрослые, я приглашаю окунуться в это небольшое наше игросоревнование. Ну что, я хочу видеть все глаза ваши, ребята. Ребят, все ваши глаза. Все ваши глаза. Так, молодцы. И есть волшебная фраза. Все, кладите на место реквизит, освобождайте ручки, и можете прям ближе сюда, вот к сцене, как вам удобно, становиться. Вот, хорошо. Ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Ты прям сюда? Вот, молодец. Можно снять крылышки, помогите ему снять. А оставить ты хочешь? Оставляй крылышки, оставляй, дракоша. Ну что, я приглашаю вас в соревновательный песенный марафон. И мы с вами сейчас откроем волшебный песенный сундучок. Ну-ка, ключ. Взяли ключ. Где-то у вас у каждого в кармане есть волшебный ключ. Найдите его. Найдите. Чего сидим? Кто? Покажи, кто достал. О, молодец. Хорошо. Ты достала. Кто еще? Ты достал ключик? Достал. Открываем волшебный сундучок. Открываем. Чик-чирик. Открыли крышечку. Отлично. И первые нотки, первая песня, которая оттуда вылетает, поможет нам с вами еще больше познакомиться и запеть круто. А в припеве этой песенки мы будем петь очень легкие слова. Повторите за мной. Гей-гей-га, гей-гей-га. Вместе. Гей-гей-га, гей-гей-га. А далее, а ну увага, взрослые, помогите, пожалуйста. Всім до вподоби весела гра. Разом. Всім до вподоби весела гра. Чудово. Музыка, помоги нам, пожалуйста. Ну-ка, кто первый балл победный фестивальный заработает? У нас команда «Собаки-барабаки» или команда... уже музыка звучит. Нет, самая первая. Или команда... И можно поднять ее. Ладошки. Поднимайте музыку, поднимайте. Руки, наче гілочки, піднімайте всі, ними, як ялиночки, колихайте і співаємо. Гей-гей-га, всі, гей-гей-га, всім до вподоби весела гра. Зі мною. Гей-гей-га, гей-гей-га, всім до вподоби весела гра. А тепер, як оленям нам ходити, ногами, мов копитами, гуркотіти і співати. Гей-гей-га, не чую. Гей-гей-га, всім до вподоби весела гра. І ще. Гей-гей-га, гей-гей-га, всім до вподоби весела гра. Молодці, на коліна ставте свої ручата, в барабан заграємо, мов зайчата. Мальчик, чи сніж? Гей-гей-га, гей-гей-га, всім до вподоби весела гра. Іграй, мальчик! Гей-гей-га! Давай улыбайся! Гей-гей-га! Всім до вподоби весела гра. Молодці! Хай приходить свято до нас сьогодні. Ми йому заплескаємо в долоні всі! Гей-гей-га! Гей-гей-га! Всім до вподоби весела гра. І ще! Гей-гей-га! Молодці! Гей-гей-га! Всім до вподоби весела гра. Праву руку до гори. Ліву. Хто дружніше, дорослі чи діти аплодують? Ну? Супер! Молодці! Чудово! Чудово! Ну, знаете что, дорогие? Мне такое впечатление, что сейчас вот огромный бал победный получаете вы, собака-барабака. Вот огромный балл. И еще один балл, ну не такой огромный, но балл получаете. Кстати говоря, собака-барабака, а это у нас кто?
Это у нас кто? Какая барабака? Не собака-барабака. Отлично. Не собака-барабака. Второй балл. Ну вот, давайте дальше. Что-что? Предки собаки-барабаки. Супер, отлично. Ну-то что? А теперь о предках. Смотрите, если наши предки, если мы сюда приехали, скажи мне, пожалуйста, Максим, ты приехал сюда один или с кем-то? С кем конкретно? Ну, с Игорем, с Аленой. А кто они тебе, Игорь, Алена, кто они тебе? Отец и мать. Мама, да, отлично. Папа, супер. Мама, папа. Кто приехал сюда с братом? Подними руку, кто? Есть, брат. А еще, а с сестрой? А с сестрой кто приехал сюда с сестрой? Есть такие? Есть, отлично. А кто приехал сюда с собакой? Тоже такие есть? С собакой. Вижу руку, вижу, с собакой, с кошкой. Кошку мы видели здесь. Ну тогда пусть музыка нам поможет, давайте, о наших предках и о нашей дорогой семье. Музыка, звучи, пожалуйста, повторяйте за мной каждую строчку. Поем. Раз, два, три, четыре, вы. Раз, два. Кто у нас живет в квартире? Кто у нас живет в квартире? Раз, два, три, четыре, пять, все. Раз, два, три, четыре, пять. Всех могу пересчитать. Всех могу пересчитать. Мама, повторите. Мама, папа. Молодцы. Брат. Сестренка. Молодцы. Кошка. Собака. Да, молодцы. Два котенка. Все вместе. Два котенка. И, конечно же, я. Громко. Я. Вот и вся. Вот и вся. Вот и вся моя семья. Давайте все вместе. Вот и вся. Вот и вся. Дружно, дружно. Вот и вся моя семья. Молодцы. Ну-ка, похлопали друг друга. Скажите, если мы собираемся с семьей, приезжаем сюда, музыка, спасибо, приезжаем сюда, и нам так хочется утром проснуться. Юрчик! 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 Ага, спасибо. Нам хочется утром проснуться. Убираем музыку, нам хочется утром проснуться бодрыми-бодрыми, крепкими-крепкими. И нам для этого, конечно же, нужно немножечко подвигаться, да? Подвигаться. Поехали! Двигаемся, только так вот мне сейчас интересно... А где тут у нас длинный шнур? Вот это? Я не снег. Хорошо. Женечка. Вот кто у меня на первом ряду сидит? Это не я. Жень, иди сюда. Вот встань, пожалуйста. Женя, да. Так, еще вот эта чудная женщина, да, с хвостиками сюда. Давай, иди, становись. Давай команду. Ирочка, давай сюда. Так. Настя, где ты там, Настя? О, Белла, хорошо. Ир, давай сюда, Ир. Давай сюда. Так, отлично. Вот кто еще у нас. У нас тут сегодня еще за эти три дня на сцену ни разу не вышел Олег Хажанов. Давайте мы его попросим аплодисментами вот сюда присоединиться. Ага, так. Ну, теперь, друзья мои, смотрите друг на друга и на меня. Да, Юр, ты уже там? А, Боря там, да? Поехали. Нужно просто попробовать повторить за мной. Эта штука классно будет по утрам. Поехали, музыка, помоги нам, пожалуйста. Ручки вот сюда, вот, на коленки. Ага. Ну-ка, взрослые дети, кто на месте, пробуйте с нами. Сейчас, музычка, до вступления. Сейчас, поехали, еще. Чуть-чуть громче, да, чтобы мы чуть-чуть громче. А теперь повторяем со мной, приготовились. Вместе. Две, правая, две, левая, две, левая, две, крестик, две, щелчок, ладошки, плечики, вправо, влево, правая ручка, левая и ладошки, раз. А теперь быстрее, две, правая, две, левая, две, одна, две, крестик, две, щелчок, раз, два, плечики, правая, левая, еще быстрее. Раз, две, одна, две, крестик, две, щелчок, раз, два, вправо, влево, раз, два, и быстрее. А ну-ка, получается, было отлично, отлично. Ну-ка, чей бал, взрослых или детей, ну-ка, Вова Волшек смотрит быстрее. Вова нам скажет, кто сейчас был. Ну,
музыка чуть-чуть тише, сейчас мы точно узнаем. Куда пошли? Куда пошли? Куда пошли? Убежали. Нет, так не годится. Иди сюда. Так, тут еще сейчас у нас увеличится количество. Это у нас вот стоит чудесная девушка Александра. Ну-ка, пожалуйста, давай сюда взрослым помогать. Где Анастасия? Я не вижу, где она. Так, и есть еще... Ой, ну кто же тут? Вот мне софиты мешают. Я точно знаю, что кто-то хочет помочь взрослым. Хорошо, можно с места. Настя, иди сюда. Давай бегом, 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 бегом. О, отлично. Ну, дорогие мои, скажите мне, пожалуйста, мы проснулись утром, зарядку сделали, с мамой, папой пообнимались, все хорошо. Получили победные баллы, однозначно, Вова. Кто у нас? Нет, не однозначно. Вова, Володя, Мошец, Володь. Ты точно в окошко, Вовочка, в окошко своей камеры точно видел? Кто сейчас вот это дело очень быстренько, классно сделал? Кто? Кто лучше? Бал куда? Сюда? Сюда? Взрослая сейчас, да? Взрослая. 2-1, да? 2-1. Ну, взрослая, вы вперед догоняете. Хорошо, хорошо. Ребята, у нас все впереди, не волнуйтесь, да? Внимание, внимание. Есть, вот так вот. Есть помощники, которые нам очень хорошо помогают. Это без музыки. Положите руки друг другу на плечи. Ага, да. И мы сейчас с вами попробуем услышать кукушку, которая точно здесь, вот я слышала прошлой ночью, один раз куковала. Она, когда кукует, поет свою особенную песню, раскачиваясь справа и влево, вот так вот. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Руки на коленки. Ля-ля-ля. А дальше самое интересное, она начинает куковать. О-ля-ля, ди-ри-ди, о-ля-ля, ку-ку. О-ля-ля, ди-ри-ди, о-ля-ля, ку-ку. О-ля-ля, ди-ри-ди, о-ля-ля, ку-ку. О-ля-ля, ди-ри-ди, а-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 
это прозвучало. Поэтому кукушка в таком случае поет второй куплет. И кукует там сколько раз? Два. А в третьем? А в пятом? Поем пятый куплет, руки на плечи, поехали! Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, по коленкам. Ля-ля-ля, пятый куплет. О-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. О-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. О-ля-ля, дириди, о-ля-ля, ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. О-ля-ля, дириди, о-ля-ля. Аплодисменты! Классно! Ну, я даже не знаю, к кому мне еще обратиться. Борь, тебе оттуда видно со спины, кто куковал там по кукушечней? Кто не видел? Боря. Боря! Тогда Боре даем еще полбалла, да? Ну, даже... Вита, ты точно видела, кто куковал по кукушечней? Кто? Вите тоже балл. Вита у нас, оказывается, да, вот взрослым помогает оттуда, хорошо. А здесь у нас такая была кукушка, они куковали очень музыкально. Я слышал сам, как куковал Володя Мовшиц. Очень художественно куковал. А Володя Мовшиц мне недавно рассказал историю, что где-то здесь, вот недалеко, где есть лесопосадки, там есть хозяин один, очень большой лесной хозяин. У него такие красивые рога. Кто это? Рога, он ходит так важно с рогами. Кто это? Олень. Олень, правильно. А у оленя дом большой. Он глядит в свое окошко. И главное, что в этом нам помогает музыка про оленя. Она точно сейчас прозвучит. И зайца. Чтобы мы вступление услышали. Готовы? Олень, поехали. Пока лидирует мне, пока ровный счет. Не-не-не, олень, да? Пока у нас какой-то ровный счет получился, да? Нет оленя. Есть. Нет оленя? Да ты что? Как же мы без оленя? Хорошо, мы без оленя, ладно, мы так, поехали. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стучим. Стук, стук, дверь открой. Там, в лесу, охотник злой,
Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. А еще раз. Стук, стук, дверь открой. О, опа, вот он, вот он. Ну-ка. Разбудили оленя. Большой, он глядит свое окошко, заяц по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стучим! Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу не давай. Молодцы! Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. А быстрее! Оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Заяц по лесу бежит, и к нему стучит. Стучи! Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. Еще! Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. А быстрее! Оленя дом большой, он глядит в свое окошко. Заяц по лесу бежит, и к нему стучит. Дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. А быстрее! Оленя дом большой, он видит свое окошко. Заяц по лесу бежит, дверь стучит. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. Присоединившуюся в поддержку взрослых, бал взрослым, за идеальное исполнение, бал детям, а такого оленя вообще детей я не ожидала, давайте поаплодируем им, давайте! Скажите, пожалуйста, а вам когда-нибудь рассказывали, что бывают волшебные песни? Проверили мы с другими ребятами в Украине, проверили, что есть у нас такая волшебная песня, она называется «Капельки», а по-украински «Краплыночки». Она про дождевые капельки, которые капают, но когда мы поем эту песню, дождя нет, и мы спокойно выезжаем на слеты без дождей, они нам не мешают. Да? А для того, чтобы эта песня стала волшебной, мы с вами сделаем, мы поймаем эти капельки. Поймайте капельку правой рукой. Крапли, краплыночки. 3, 4, 5. Крапли, краплыночки. Буду рахувать. Еще раз. Крапли, краплыночки. 3, 4, 5. Крапли, краплыночки. Буду рахувать. Музыка, помоги нам, пожалуйста. Очень хочется, чтобы и не было этого дождя сегодня, чтобы мы вот... Ой, к деньгам. Да. Отлично. Чуть-чуть подними музыку, мы будем. Повторит все движения за мной. С дождик, дождик крапає, с дому не піти. Вот, чуть-чуть громче. Та природа вмиється. Теперь поймали, грибочек поймали. И грибам рости. И ловим капельки. Крапли, краплиночки, 3, 4, 5. Крапли, краплиночки, буду рахувать. Крапли, краплиночки, 3, 4, 5. Крапли, краплиночки, буду рахувать. Классно, смотри, ни одного облачка. Вон это облачко, по-моему, уже побежало, да? Ну, поехали. Стукай, стукай, дождику. Играй на пианино. Песню награвай. Играем, да. Та свою мелодию весело, весело співай. Ловим капельки. Краплі, краплиночки, 3, 4, 5. Краплі, краплиночки, буду рахувати. Поем. Краплі, краплиночки, 3, 4, 5. Краплі, краплиночки, буду рахувати. Слушай, вот сейчас споем еще вот на том языке, который ребята лучше поймут, да? Да, давай. Точно. На самом сложном. Взрослые, взрослые будут трудно. Давай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поем, поем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ловим капельки. Крапли, краплиночки,
песенка волшебная тогда, когда мы выехали, ну, например, на море. И в этом море поднимите руку. Знаете, есть такие прозрачные, красивые. Иногда, правда, они кусаются, но иногда противные. Но когда их просто смотришь, наблюдаешь, они такие клевые-клевые, большие, маленькие. Кто это такие? Медузы, правильно. И они тоже плавают семьями. Вот как мамы. Они вот такие, давайте скажем, мама-медуза. Вот она, мама. Папа-медуз. Такой, как Юра. Папа медуз. Вот. А теперь себя показали. Ребенок-медузенок. И прозрачный карапуз. Прозрачный карапуз. Помнишь ее? Тогда поехали. Медузы, повторяем последнее слово каждой строчки. И очень важно, чтобы голос звучал и мужской тоже. Олег, помоги. Это медуз-атака, да? Да, да, медуз-атака. Поехали. Медузы! 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 Вот она, ладошки. Последнее слово каждой строчки мы повторяем. И поем. Как-то очень жарким летом. Повторите. Летом! По особенным билетам, билетам путешествия ушли, ушли члены маленькой семьи. Тони, давайте покажем. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. На волне верхом сидели. И такие песни пели, и напеться не могли, не могли члены маленькой семьи. Кто они? Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Как бы скоро не спешили, решили маяку помочь, решили и светили, как могли члены маленькой семьи. Тони, рассказываем. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Полчаса всего горели, горели, оглянуться не успели, не успели. Светят сотнями огней, огней члены маленьких семей. Кто же они? Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз. Мама медуза, папа медуз, ребенок медузенок, прозрачный карапуз! Ладошки! Супер! Молодцы! Отлично! Ну и хочу вам сказать, что есть еще одна волшебная, самая-самая помощница, самая помогаторная песня. Потому что всегда, где бы мы ни были, нужно что-то, нужно... Бывают какие-то ситуации, когда нужно кому-то друг другу помочь или найти какой-то инструмент, который нам поможет. Так вот, вы все прекрасно знаете, что этот инструмент есть. И это наш волшебный фиксипелка-помогатор. Музыка, помоги нам, пожалуйста! Поехали! Помогай! Телевизор! 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 Грыз-тыц, телевизор! Грыз-тыц, телевизор! Грыз-тыц, телевизор! И два фиксика внутри! Грыз-тыц, телевизор! Грыз-тыц, телевизор! Грыз-тыц, телевизор! И два фиксика внутри! Что дальше? Холодильник! Холодильник открываем! Холодильник! Открываем! Холодильник! Поем! Холодильник! 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 Грыз-тыц! Холодильник! Грыз-тыц! Холодильник! Грыз-тыц! Холодильник! И два фиксика внутри! Грыз-тыц! Холодильник!
происходит. А что? Помогатор! Возьмите ладошку друг друга! Помогатор стоящего! И дрыстыц! Помогатор! Дрыстыц! Помогатор! Дрыстыц! Помогатор! С инструментами внутри! Дрыстыц! Помогатор! Дрыстыц! Помогатор! Дрыстыц! Помогатор! С инструментами внутри! Браво, мои дорогие! Молодцы! Друзья мои, пусть эти волшебные песенки будут с вами, если что, я на расстоянии телефонного звонка. Я обязательно с вами ими поделюсь. Спасибо, дорогие. Спасибо. Баллы сегодня победные у вас однозначно, дети, потому что если бы вы не встали, то взрослые тоже бы не, никак бы не вышли. А вы просто суперские. Вот. Спасибо всем. Спасибо, этап. До встречи. Спасибо. Так. Буквально через, скажем, 5 минут мы ждем здесь зрителей и участников малого фестивального концерта. У нас есть к нему участники.